теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла, он не хотел запасть ей в душу и тем лишить ее сна. Он приносил по выходным ей сладости, читал в ее ладонях линии. И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени. Страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня по имени. Хотя, что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.